Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Я уповаю на милость Твою, Господи. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу о благодетельствовавшем у меня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, Господь с вами и со Духом Твоим. Дорогие мои, с огромной радостью приветствую всех вас на нашей сегодняшней утренней Евхаристии. Отец Якуб, община Божьего милосердия, приносим Господу благодарности за все его дары. Приближается к концу эта неделя и просим смиренно о его присутствии, о распознании воли, об укреплении нас в вере и благих намерениях. Нашими молитвами обнимаем сегодня усопших, душу усопшей Марии, Ивана и Федора. Просим Бога о даре жизни вечной для них. Присоединяем также и наши личные интенции, молитвы. И начнем нашу Евхаристию, попросив Господа прощения всех наших грехов, чтобы мы могли с чистым сердцем совершить это святое таинство. Споведую перед Богом всемогущим, перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом, неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина, поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив нам грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христе, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся. Всемогущий Боже, сподобно всегда размышляя об учении Твоем, словом и делом исполнять угодное Тебе, через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение послания святого апостола Якова. Возлюбленные, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг другу, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Или я был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. Я опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Слово Божие, благодарение Богу. Да придет молитва пред лицо Твое, да придет молитва пред лицо Твое. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос умоления моего, когда взываю к Тебе.
да направится молитва моя, как вимьям пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Да придет молитва пред лицо Твое, положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Да придет молитва пред лицо Твое. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословен Ты, Отче Господи, неба и земли, что тайну царства открыл младенцам. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господь с вами и со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Марка. Слава Тебе, Господи! В то время приносили к Иисусу детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко Мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Слово Господне! Слава Тебе, Христе! Дорогие мои братья и сестры во Христе, дети для нас сегодня, Господь ставит детей как пример. Пример доверия, открытости на то все, что Бог нам дает. Мы с радостью всегда смотрим на развитие детей, на их бесконечные вопросы, на их доверие, которое они развивают по отношению к своим близким. Это мне бабушка, это мне папа сказал. А что ты думаешь? Вот и это развитие ребенка в условиях благополучных, конечно, приводит к процветанию и к зрелости этого человека в будущем. Зрелости также чисто человеческой. Господь говорит нам: смотрите на детей, смотрите на их открытость, смотрите на то, как они воспринимают реальность, смотрите на то, как они наблюдают, как они видят маленькие вещи, которых ты уже не видишь. Смотри на детей, которые оценивают иначе, чем ты, чистым взглядом. Смотри на детей и прими от них то, как они слово принимают с доверием и как они верят практически во все. И таким будь перед Господом, таким будь перед Царством Божиим. Будь как тем, кто активно в это Царство входит, кто его развивает, кто воспринимает, кто всему доверяет, кто Бога видит во всех происходящих событиях, кто позволяет и в самых сложных ситуациях, как дети, держится Бога за руку. Потому что если Он с нами, Бог, что против нас? Если не так идет, если не болезнь, достаточно, чтобы родители обняли, поцеловали. Точно так же и в этой духовной жизни. Сегодня урок детей. Всегда мы говорим: дети должны учиться у взрослых. А сегодня нам Господь: а вы, взрослые, посмотрите на детей и учитесь их. И постарайтесь по аналогии отнести это к своим отношениям с Богом. Весьма важное слово также сегодня плывет к нам со стороны первого чтения. Помним, что в послании святого апостола Иакова находится эта библейская основа или о помазании больных, или освящении больных. Читаем прямо, апостол Иаков повелевает проводить уже, видно, своего рода обряд помазание елеем больных, которые совершаются пресвитерами церкви и которые должны молиться. Молитва, которая дает исцеляя больному и силу восстановления,
и прежде всего прощение грехов. На этом и основана также и наша вера в таинство или освящение. Читаем эти слова и думаем не только нас самих, но и тех, кто есть болен. Если мы действительно хотим блага другому человеку, его восстановления, отпущения грехов, мы должны просить, обращаться к пресвитерам, чтобы они ходили, приходили, молились и таким образом восстанавливали, исцеляли и отпускали также грехи. В молитве также есть сегодня в пример нам дан Илия, который с верой молился ветхозаветней, чтобы... Но произошел дождь, дождя не было. Просил, чтобы Бог закрыл небо, дождя не было. Потом помолился, открыл небо Бог. Мы видим самое главное. Здесь речь, Слово Божие подчеркивает значение веры праведного человека. Для того, чтобы получить от Бога благодать, нужна молитва, но нужна также и вера, и праведность жизни. Спрашиваем себя, почему моя молитва, может быть, Богу не достучаться. Ответ может быть простой. Во-первых, надо спросить, я же действительно живу в праведность. Нету таких вещей в моей жизни, как грех, например, который ярко препятствует молитве, общению с Богом. Дальше молитва с верой, чтобы было, Господи, я знаю, что ты меня слышишь, и ты мне ответишь. Неформально молюсь, только прошу тебя с огромнейшим горящим сердцем. И молюсь, а не требуя, не прибегаю к каким-то магическим молитвенным формулам для получения чего-то. Так возвращаемся к Евангелию, где как раз, наверное, Иисус бы и нам сказал, посмотрите, как дети просят у своих родителей, чтобы им игрушку купить, чтобы им что-то дать. Как иногда это бывает, и настойчивая просьба. И какие хитрые штучки иногда дети используют для того, чтобы у родителей выпросить то, чего они хотят. Не скажу, дети манипулируют взрослыми, но они просто чувствуют наши сердца, как оно бьет для того, чтобы через сердце достучаться для нас. Думаю, что праведный человек, живущий верой, понимает, чувствует сердце Бога и знает, как этому сердцу достучаться, чтобы открылось оно и оказало милосердие. Аминь. Братья и сестры, Дева Мария, истинная Матерь Церкви всех верных, посему поручим ее предстательству все наши прошения и нужды. Господи, да подражают все христиане Пресвятой Богородице образцу евангельского совершенства. Иисусе, Сыне Марии, Девы, помилуй нас. Да пребывает всегда в наших семьях дух терпения, смирения, братолюбия. Иисусе, Сыне Марии, Девы, помилуй нас. Господи, да ощутят все отчаявшиеся, отверженные материнскую заботу и сострадание Твоей Матери. Иисусе, Сыне Марии, Девы, помилуй нас. Да обретут все неверующие и сомневающиеся путь истинной веры. Иисусе, Сыне Марии, Девы, помилуй нас. Да будем мы, подобно Твоей Пречистой Матери, хранить в сердце все, что Ты заповедал нам. Иисусе, Сыне Марии, Девы, помилуй нас. Господи, прими свое светлое царство всех усопших. Особым образом молим Тебя, даря жизни вечной для Марии, Ивана и Федора. Иисусе, Сыне Марии, Девы, помилуй нас. Господи Иисусе, Сыне Марии, Девы, преклони ухо Твое к мольбам наш. Ради заступничества даруй нам во все дни жизни нашей в мире благодать, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Благословен Ты, Господи Божий Вселенной, ибо по щедрости Твоей Ты дал нам хлеб, плод земли и трудов человеческих. Мы приносим его Тебе, чтобы он стал для нас хлебом жизни. Благословен Бог вовеки. Через эту тайну воды и вина да приобщимся к божеству того, кто ради нас стал человеком. Благословен Ты, Господи Божий Вселенной, по щедрости Твоей Ты дал нам вино,
Плод лозы и трудов человеческих мы приносим его тебе, чтобы оно стало для нас питьем духовным. Благословен Бог во веки. Прими нас, Господи, истощи. Братья и сестры, молитесь, дабы наша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему. Примет Господь эту жертву из рук твоих во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего всей Церкви своей святой. Благочестиво совершая Твои тайны, смиренно намолим Тебя, Господи, чтобы дары, приносимые во славу величия Твоего, помогли нам достичь спасения через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами и со Духом Твоим. Вознесем сердца, возносим ко Господу. Возблагодарим Господа, Бога нашего, достойно это и праведно. Воистину достойно и праведно, должно и спасительно во всех святых Твои дивное величие, Господи, исповедовать. И, почитая память Пресвятой Девы Марии, милость Твою величать и благодарственную песню. Ибо во всех концах земли совершил Ты великие деяния и навеки одарил мир щедротами Твоего милосердия, презрев на смирение рабы Своей и через нее даровав роду человеческому Спасителя, Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Через Него Твоему величию поклоняется воинство ангельское, пред лицом Твоим вечности ликующее. Молим Тебя, дозволи нам соединить с Ним голоса наши в общем ликовании взывающие. Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, полны небеса и земля славы Твоей, осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних. Воистину свят Ты, Господи, источник всякой святости, поэтому просим Тебя освятить эти дары излиянием Духа Твоего, чтобы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб, Тебе вознося благодарение, преломил и подал его ученикам своим, говоря, «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом, после вечери, взяв чашу и вновь вознося Тебе благодарение, он подал ее ученикам своим, говоря, «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память об этом». Великая тайна веры, смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты удостоил нас стоять пред Тобой и служить Тебе. Смиренно намолим, чтобы, причащаясь тело и крови Христа, мы были собраны Святым Духом воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, сделай ее совершенной в любви вместе с Папой нашим Франциском, епископом нашим Павлом, его вспомогательным епископом Николаем и всем духовенством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, усопших Марию, Ивана, Федора и всех почивших в Твоем милосердии. И прими их в свет лица Твоего, всех нас помилуй и удостой нас участия в вечной жизни вместе с Пресвятой Богородицей, Девой Марией, с блаженным Иосифом и Обручником, со святыми апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, чтобы с ними восхвалять и прославлять Тебя через Сына Твоего Иисуса Христа. Через Христа, со Христом и во Христе. Тебе, Богу, Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы приняли Святого Духа, который содел нас детьми Божьими, поэтому с благодарностью дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого.
Избавь нас, Господи, от всякого зла, даруй милости во мир, во дни наши, чтобы силою милосердия Твоего мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая исполнения блаженного упования, пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: мир оставляю вам, мир мой даю вам, просим Тебя, невзирая на грехи наши, на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволю умереть и объединить Тебя. Ибо Ты живешь, царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами и со Духом Твоим. Приветствуйте друг друга с миром и любовью. Мир всем вам. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, даруй нам мир. Вот Иисус Христос, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, блаженный званый на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и исцелится душа моя. Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Бога Живого, грядущий в мир. Помолимся. Молим Тебя, всемогущий Боже, чтобы мы обрели плоды спасения, залог которого приняли в святых тайнах через Христа Господа нашего. Аминь. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная. Владычица наша, защитница наша, заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. Аминь. Дорогие, всем вам большое спасибо за совместную молитву «Венчик». Сегодня также читаем индивидуальное. Завтра у нас воскресенье, причем это торжество Пресвятой Троицы в нашей общине. Молимся в 10 часов утра, святая месса, и в 3 часа читаем «Венчик». Это завтра. Сегодня стараемся всматриваться в наших детей, внуков, может быть. Смотрите на их отношение к родителям, и как выпрашивают, вымаливают. И в этом их подходе к родителям, в этом их особом чувстве, как подойти к родителям или к взрослым, будем учиться также вот это, как нам понимать Божие сердце и как нам к Богу относиться, как дети. Иисус ясно говорит: «Царство Божие приобретают дети». Вот где-то здесь, наверное, ключ ко всему. Господь с вами и со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Благодарение Богу. Приходишь, Боже, хоть закрыл я двери, Иисус воскресший с ранами на теле, Ты между нами ниспошли нам Духа. О Господь и Бог наш, жизнью одари нас. Приходишь, Боже, хоть закрыл я двери, Иисус воскресший с ранами на теле, Ты между нами ниспошли нам Духа. О Господь и Бог наш, жизнью одари нас.